Привет, любимый зритель канала Техно-Арена. В этом выпуске я собрал для тебя лучшие модели селфи-палок. На первое место становится модель DJI Osmo Mobile 6. Как следует из названия, ориентирована для смартфонов. И это универсальная штука, выполняющая роль стабилизатора монопода и трипода. В походном режиме упаковывается в компактную форму, уложить которую можно даже в карман. При необходимости разворачивается в рабочий вид и позволяет начать съемку практически моментально. Встроенная батарея на 1000 мАч питает трехосевой стабилизатор, сохраняющий четкость и плавность картинки. Наряду с целой кучей элементов управления на ручке есть крохотный дисплей, на который выводится информация об уровне заряда и режимах. Все самое нужное находится в пределах досягаемости пальца. Модель позволяет создавать различные эффекты при съемке за счет блокировки разных осей стабилизатора. Можно выполнять различные уводы, приближение, съемку по кругу, широкий спектр возможностей. Встроенный монопод можно выдвинуть в любой момент для расширения угла и смены точки обзора. В комплекте стабилизатора есть отдельный трипод, на который его можно установить для фиксированной съемки. В общем, функционала в этой модели на любой вкус и цвет. Поможет освоиться любому начинающему блогеру или фотографу. Управлять всеми возможностями помогает приложение DJI Mimo. Еще есть программка LightCut, которая упростит создание интересных и уникальных видеороликов с разными фильтрами и эффектами. Обойдется эта модель примерно в 14 тысяч. Если найдешь селфи-палку себе по душе, то загляни в описание, там лежат все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А еще там есть промокод, который поможет немного сэкономить. На второе место становится немного специфический монопод-трипод специально для серии камер Insta360. Как понятно из названия, основное назначение — создание эффекта Bullet Time, то есть вращение камеры вокруг объекта в движении, как в фильме «Матрица». Комплект состоит из двух частей. Первая — это селфи-палка, раздвигающаяся до 120 сантиметров. Она может использоваться отдельно для создания кадров из эффектных ракурсов. Вторая часть — ручка-трипод, раскладывается в удобную треногу для фиксации камеры в одном положении. Когда они складываются вместе, то получается специальная конструкция с механизмом, позволяющим вращать камеру вокруг себя. В результате получается специфическое видео с интересным эффектом. В общем, штука довольно интересная, но специфическая. Подходит для камер одноименной марки и совместимых аналогов. Обойдется примерно в 6700 рублей. Не забудь подписаться на канал Техно-Арена, чтобы всегда самым первым узнавать о новинках и актуальных предложениях товаров из мира техники и электроники. А еще поддержи меня лайком и душевным комментарием. Третье место достается модели от марки Xiaomi. Это компактная, легкая, универсальная селфи-палка, которая в раскрытом состоянии может достигать 51 сантиметра. В сложенном виде ее размер составляет всего около 20 сантиметров. Можно спокойно положить в карман или сумку, и она не займет там много места. В ручку спрятан хитрый механизм, раскладывающийся в устойчивый трипод. За связь со смартфоном отвечает Bluetooth. Для управления издалека предусмотрен съемный пульт, работающий в радиусе 10 метров. Смартфоны поддерживаются практически любого типа на платформах Android и iOS. Разве что сложно будет подружить селфи-палку с моделями на старых версиях операционных систем. Весит вся конструкция около 155 граммов. Чуть меньше среднестатистического смартфона с диагональю больше 6 дюймов. Удобная модель для создания себяшек или съемки с фиксированной позиции на штативе. Обойдется примерно в 1200 рублей. На четвертое место становится еще одна универсальная модель Nobus Z6. Компактная конструкция, умеющая оперативно раскладываться в удобный и длинный монопод размером до 164 сантиметров. Ручка изготовлена по не менее хитрой технологии. В разложенном виде превращается в трипод. Но при этом регулировка длиной штанги продолжает работать, поэтому в любом месте и в любое время можно получить портативный штатив с нужной высотой. Крепление для смартфона поворачивается на все 360
360 градусов, что позволяет выбрать портретную или альбомную ориентацию, или вообще любой нужный угол. Но и это еще не все. В состав конструкции модели входит съемный Bluetooth-пульт, при помощи которого ты можешь управлять смартфоном на расстоянии до 10 метров. Основные материалы, используемые при изготовлении селфи-палки, это пластик и нержавеющая сталь. Так что модель достаточно прочная для выездных или домашних съемок. Работает с телефонами на платформе Android, кроме некоторых отдельных моделей. Удобная и компактная штука для всех. Хоть для пользователей, желающих запечатлеть самые яркие моменты своей жизни, хоть для блогеров. Обойдется примерно в 1100 рублей. На пятое место попадает универсальная селфи-палка от марки Huawei. В сложенном состоянии представляет из себя рукоятку размером длиной чуть больше 18 сантиметров. Телескопический механизм позволяет ей увеличиться до 60 сантиметров и использовать как самую обыкновенную селфи-палку. В ручке скрыт еще один механизм, раскрывающий три ножки, образуя трипод. Как и у предыдущей модели, крепление для смартфона может крутиться во все стороны. Таким образом, можно подобрать необходимый угол съемки и ракурс. Смартфоны подходят на платформах Android и iOS. Bluetooth здесь тоже поддерживается и выглядит как съемный пульт, при помощи которого можно осуществлять съемку удаленно, находясь на расстоянии до 10 метров. Качественная и надежная модель, весит немного, можно гулять и снимать с ней хоть весь день. Есть функционалы трипода и монопода. Стоит она около 2400 рублей. На шестом месте у нас с тобой оказалась еще одна универсальная модель – Envitec P07. Поможет тебе с фото и видеосъемкой в любых условиях из самых разных ракурсов и точек обзора. В сложенном состоянии достаточно компактно. Чем-то напоминает джедайский меч длиной около 17 сантиметров. Телескопический механизм позволяет ей разворачиваться до размеров в 1 метр, превращаясь в удобную селфи-палку. В ручке есть механизм с тремя откидными лепестками, образующими трипод. Суммарно получаем штатив на устойчивой платформе высотой примерно в 1 метр. Естественно, что высоту палки на триподе можно регулировать по своему усмотрению. Применяется модель для установки смартфонов на платформах Android и iOS. Крепление вращается на все 360 градусов, так что можно выбрать необходимый для съемки угол. Весит селфи-палка чуть больше предыдущей модели — 234 грамма. Тем не менее, пользоваться ей удобно. Универсальность позволит раскрыть больше возможностей для фото и видеосъемки. Стоит модель относительно недорого – 900 рублей. Ну и напоследок у нас с тобой самая простейшая и доступная модель селфи-палки от марки LuazOn. В отличие от всех предыдущих, здесь нет дополнительного встроенного трипода, то есть это только монопод с телескопическим механизмом. Разъезжается от 20 до 78 сантиметров. Беспроводными технологиями здесь не пахнет. Подключаться к смартфону предлагается при помощи кабеля через разъем 3,5 мм. Кнопочка для активации затвора имеется, как таковых регулировок здесь по минимуму. Крепление для смартфона движется всего по одной оси и жестко фиксируется винтом. Очень простая и доступная модель, которая подойдет каждому, стоит около 200 рублей. Если ты нашел нужную себе селфи-палку, то обязательно загляни в описание. Там есть все необходимые ссылки с ценами и промокод для тебя. Подпишись на канал Техноарена и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь, приходи на следующий выпуск.